Тема клумб у нас не ушла в сторону. Вам показываем клумбы. Посмотрите, какая красивая клумба. Ой, какие цветочки. Просили медленно. Я вам все медленно, но уверенно показываю. Красотень. Цветы красивые. Только вот эти маки, видите, они уже как повяли, малеха. Всем, кстати, добрый день и обязательно подписывайтесь на канал. И сейчас мы с вами проведем разбор полетов. Разбор полетов. Прикиньте. Это такая декоративная ель. Сейчас с этой стороны малеха еще сниму вам. Красотень. Красота. Мои хорошие, всем приветик. И Стасик тут рядышком. А ну-ка. Вот видно. Стас так любит позировать. Его надо в модель. Сейчас такие цветы пошли. Красота, как мое платье. Цветущее и пахучее. Я думаю... Кстати, писали на стриме, что я не смеюсь. Я смеюсь, просто особо повода нет хохотать. А так я хохотушка. Да, Стасик? Хохотушка. Ну, я бы не сказала, что ты хохотушка. Ну, люблю посмеяться. Ну, мне никто ни разу не смеялась. Не смеялась? Да, вот, конечно. Ну, потому что повода не было посмеяться. Ой, что хочу сегодня вам рассказать, что я хочу вам поведать. Не, ну платье мне понравилось. Вот вещь, когда мне нравится, я ее надеваю с удовольствием. Такое хорошее. Особенно если нижнее белье не одевать, я про трусенки имею в виду. Так хорошо освежает, так хорошо поддувает. Прелесть. Ой, отлично. Что хочу сказать, прочла ваши комментарии. Много адекватных, хороших комментариев. Кстати, очки от солнца забыла. Не беда. Мы вышли прогуляться после обеда. После плотного обеда. Что хочу вам сказать. Пишут по поводу того, что батарея была грязная. Люди, честно, не знаю, грязная она, либо же она облупленная. Я там всегда, когда я пылесосю, Стас не даст соврать, я пылесосом прохожу три раза буквально в неделю. Во вторник, в четверг и в субботу. Бывает два раза в неделю, по-разному. Но в основном три раза в неделю я провожу пылесосом. Потому что у нас пыль, у нас окна открытые, рядом проходит автобан, пыль у нас стоит столбом. Ноутбук, Таша, по ноутбуку смотрю, утром его протерла, на следующее утро уже пыль собирается. По поводу батареи. Хотите, верьте, хотите мне, не верьте. Дело каждого. Я живу на данный момент в арендованной квартире. Это все для меня чужое. Это не моя квартира, я за нее деньги не заплатила, я ее не купила. В том плане не заплатила, что я ее не купила. Эта квартира, у нее есть хозяйка. У меня честно, я в первый раз в своей жизни вот так живу в аренде. У меня честно, ни желания нет. Ни какого-то там настроения нет ее убирать, ее вымывать, вычищать. Да, я поддерживаю порядок, чистоту я поддерживаю. Но вы сами адекватные люди поймете. Три человека на такой квадратуре, квадратура небольшая. 25, точно смотрела в договоре, 25,5. У нас общая квадратура квартиры. Единственное, не знаю, балкон туда входит или не входит, я не знаю. Ой, крапива какая, посмотри, а молодая. Да, это полезно для... Кстати, эту крапиву молодую, хорошо ее с нее отвар делать. И после мытья волос укреплять волос. Хорошая, хорошая настойка такая получается. Тогда волос будет, как у меня, пышный и здоровый. Сегодня жарко. 17 градусов только что глядела. И солнце. Выходили, было облачно, сейчас солнышко. В общем, что хочу сказать, дорогие товарищи,
разное мнение у людей. Я лично, я вам честно говорю, я не привыкшая жить в аренде. Так случилось, так планеты совпали, что мы вынуждены на данный момент жить в чужой квартире, в чужой стране. Кстати, насчет по поводу покупки квартиры. Сегодня мне скинули рекламу, точнее, продают, как я поняла, русскоязычные, по-моему, украинцы, потому что на аватарке была у хозяина украинский флаг. В Берлине продают то ли однокомнатную, то ли двухкомнатную. Короче, общая площадь 38 квадратов. Это шикарная для квартиры, это шикарная площадь. Вот лично мне больше 38 квадратов и не надо. Я даже если дом куплю частный, я хочу такой домик, чтобы, ну, так, квадратов 50 было, не больше. Мне огромные дома, огромные квартиры не надо. Во-первых, маленькая, вот даже вот эта студия, где мы живем, если бы я одна жила, для меня эта квартира с головой бы хватила. Потому что чем меньше квартира, тем она уютней и тем комфортнее в ней находиться. Я люблю по минимуму и мебели, и всего. Я не люблю вот это загромождать квартиру какой-то мебелью. Вот это все через... Сами вы знаете. Кстати, написали мне комментарий недавно, что... Ну, написали, что в странах СНГ хрущевки любят критиковать. А тут квартира у нас ничем не лучше хрущевки. Я полностью согласна. У меня знакомые в Харькове жили в хрущевке. У них квартира однокомнатная в хрущевке. Молодая пара, они за 5 лет работы в Харькове купили эту квартиру. У них раздельная кухня, у них полноценная кухня была. У них полноценная комната, полноценная ванна со стационарной, не с душевой кабинкой, а со стационарной ванной. Люди отличный ремонт сделали, кондиционер. По поводу кондиционеров, и что ж мне пишут, что фасад дома портят. Вот лично в моем доме, я когда приеду в Харьков, я вам покажу, у нас специальные отведенные места для вот этих блоков пыли. И нигде на фасаде дома эти кондиционеры у нас не висели. Я приеду, вам обязательно это покажу. Потому что люди пишут... Я понимаю, что есть люди, что не могут себе позволить. Во-первых, в Германии электроэнергия дорогая. Ну, почему-то на улице столбы светятся. А кондиционер в квартире это дорого. А насчет того, что блоки портят фасад дома, есть отведенные места для этих блоков. И современные дома, которые строят, там вообще в каждом доме отведенное место. И каждый жилец дома может поставить кондиционер в этом месте. Точнее, блок. Провести блок и поставить его в отведенном месте. И никакой фасад дома он мешать не будет. Эти одуванчики. Да, на украинском кульпапке. Да, они, кстати, полезные. Их варят. Как птички поют. Вот эти именно цветы, одуванчики, да? Одуванчики, ага. Их варят и делают из них мед. Мед? Мед. О, никогда не слышала. Лечебный мед. Вот от Стаса вам. Еще рублять наливочку одну. Наливочку? Очень тоже. Крепкую. О, мы крепкое любим. Под празднички. Мы крепкое любим. Так что отлично. Уже единственный минус, вот это паучки выползают. Я их честно боюсь. Еще раз скажу по поводу квартиры. Да. Ну да. Огромная. А какая погода будет? Вот такая, только лучше. Еще лучше? Чуть-чуть лучше. Еще тепло будет? Да. Хочу, вот 2 дня будет, суббота, воскресенье, теплая погода. Ой, ветер. Еще раз по поводу квартиры хочу сказать огромное спасибо Стасу. Он плитку отмыл в душевой, да, потому что... Все для тебя вообще. Потому что, честно, я эту плитку не отмыла бы никогда. Она там надо ёржиком херачить, понимаешь? Никакие чистящие ничего не помогли. Ничего, вот реально. Это надо ёржиком, дайте ёржиком там чухать. Ну, не туалетным ёршиком, а специальным ёршиком. Ну, есть такие, что и напыжут еще. Туалетным потом. Ну, есть такие, кто талантливые. Ну, там написали, короче, батарея грязная, прикинь. Ну, там же краска, краска там облупляется уже, она старая. Они не поймут. Они не поймут. Я же говорю, когда пишите комментарии, внимательно видео смотрите. Вот давайте такой эксперимент проведем. Я
помою эту батарею, на видео даже сниму, и посмотрите, она такая же и останется. А насчет того, чуть, что под батареей... Ну, слегка. Под батареей, то, что вы пишете, там загрязненно, как вы пишете, под батареей, хотелось бы посмотреть на ваши батареи. Да, там надо вымывать, я не скрываю. Но там надо вымывать, когда у вас собственная квартира или собственный дом. Так что вот так. Многие, конечно, привыкшие жить в аренде, но мы с вами не с того теста сделаны. Мы не привыкшие к аренде. Вот что есть, то есть. Никогда не жила в аренде, никому не советую жить в аренде. Собирайте деньги, кто не имеет жилья по работе. Собирайте деньги и покупайте себе недвижимость. Потому что в аренде, в какой бы стране мира вы ни жили, вот характер. Отойду я. Потому что в какой стране бы мира вы ни жили, аренда есть аренда, собственное жилье есть собственное жилье. Так что вот так. Собственное жилье — это самое лучшее жилье. А, что хотела сказать, не договорила. Продают квартиру в Берлине, 150 тысяч евро, 38 квадратов, шикарная квадратура. Ну, я честно, ну, там написано в объявлении, что квартиру уже снимают. Там есть съемщик в квартире, и они продают квартиру со съемщиком. Ну, кто живет там, тот и живет. С квартирантами. Так что такую квартиру нам не надо. И вообще я Германию не расцениваю страну, где можно вкладывать свои финансы, инвестировать в жилье. Да, тут невозможно, тут все заберет. Ну да. Тут надо все экономить. Ну, в такой жизни не привыкшие. Так. В общем, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем чудесных выходных. А то мы забрели, где детвора и ходят. Все, всем пока-пока. Целуем.